Важный шаг в исполнении договоренностей, достигнутых в Минске на минувшей неделе. Сегодня замкомандующего штабом Донецкого ополчения Эдуард Басурин подтвердил, что во вторник должен начаться отвод тяжелой техники от линии соприкосновения, который займет примерно 2 недели. Фиксировать исполнение обязательств сторонами будут наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В некоторых районах ополчение стало отводить свою технику еще раньше, по собственной инициативе. В свою очередь в Киеве, в штабе операции на Юго-Востоке, заявили несколькими часами ранее, что украинские военные готовы начать отвод уже сегодня, но пока нет никаких сообщений о практических действиях. Что касается главного пункта соглашения, режима тишины, то в Донецке говорят, перемирие установилось на протяжении всей линии соприкосновения. Единичных случаев нарушения все меньше. Провокационные обстрелы отмечаются только в тех районах соприкосновения, где дислоцируются подразделения так называемых добровольческих батальонов Нацгвардии. По данным нашей разведки и свидетельствам местных жителей, сейчас на этих позициях повальное пьянство и отсутствие какой-либо управляемости. Многие каратели уехали в Киев праздновать годовщину Майдана. Те, кто остались здесь, беспробудно пьют и терроризируют мирных граждан. Иногда беспорядочно стреляют в направлении позиции армии Донецкой Народной Республики.